Вчера мы слушали херапанчами, это хера значит искать. Панчами. Слово панчами значит на пятый день Радхаятры, то есть или на шестой даже день. В общем, панчами указывает на дату, когда Лакшми отправляется искать Джаганнатху. То есть мы уже слышали о Радхаятре, но на самом деле, как Джаганнатха наслаждается Раса Мадхурей, Расик Шекхара Парамакаруна. Расик Кришна, насколько он милостив, как он наслаждается сам Раса Мадхури. То же самое Катху, Шитани Махапрабу. Обсуждал и наслаждался и со Сварупой Дамодары Рай Раманадом. Вчера я зачитывал, как Кришнадаска Раш Госвами Читание Чаритамрити описывает это. И Махапрабху описывает эту лилу. Махапрабху, на самом деле, он как... Не как бы... Он как созерцатель, не как участник. И что это за пьеса? Как она на паланкине, она жует ветель, и очень много там ее служанок танцуют. Многие люди играют на разных инструментах. И таким образом она вот с этой всей процессией отправляется искать своего мужа Джаганнатху, потому что она сама ман испытывает. Мы слышали эту катху. Итак, Махапрабху, видя это, что он делает? Он свое лицо покрывает и смеется. Махапрабху, он говорит, на самом деле это не симптомы мана. Махапрабху сам, он сказал Сварупе Дамодаре, вот Сварупе Дамодаре. Спрашивает вопрос у Сварупы Дамодары, что значит ман? Здесь вот мы
То есть мы сидим, чтобы посмотреть пьесу. А что за пьеса, что за ман? Он спрашивает Сарва Падмадара. На самом ли деле Лакшми Деви, она испытывает ревнивый гнев. И теперь мы немного в Сиддханту рассмотрим, что такое ман на самом деле. Иначе мы не сможем понять саму лилу. Так же, как в соответствии с писаниями, сколько бывает видов мана. А, есть 360 видов наика или героинь. Мы сейчас немножко посчитаем. Иначе мы не сможем глубоко войти, понять Пхатху. Итак, есть 96 видов наика, героя, 360 видов героинь, наики. Пурната, пурната, пурнатам. Это Кришна в Двараке, в Мадхуре, во Вриндаване. В Двараке Кришна называет пурна. В Мадхуре он более полный, а во Вриндаване он наиболее полный. Поэтому три. Периода нет, на самом деле нет. Но там вот считают, сколько видов героя. Итак, в соответствии. В общем, так получается, что 96 настроений Кришны в сумме, 360 настроений от Харани. Тоже можно это все посчитать. Берем первую наику. Свакия и Паракия. Первый уровень. Паракия — это значит та, что вышла замуж и затем имеет внебрачные отношения. В этом мире Паракия очень критикуется. Мукта, Магда, Прагалба. То есть один будет Мукта, Мадха на три делится, и третья тоже на три. Семь умножаем, шесть. Один вид мукты. То есть в оке параке каждый 7, то 14 уже. Кто не замужем, очень молодые. Восемь видов наики. Абисарика, Уткантита. Так, восемь видов наик. Пятнадцать на восемь. 120. И 120 на 3 умножаем. 360. Уттам, Мадам и Канишха бывают.
почему мы это обсуждаем? Потому что Махапрабху, он хочет услышать, что же такое ман на самом деле. Потому что есть четыре вида разлуки. Пурварак, ман правас и пурвачити. Что такое ман? Давайте немножко посмотрим, что такое ман. Итак, что такое ман? Когда снеха, стадия према снеха обретает очень, как бы, становится очень густой. Снеха превращается в праная. В некоторых других шастрах говорится, что снеха превращается в ман. Итак, когда ваша любовь становится очень сгущенной, как бы густой, насыщенной, это называется снеха. Что значит снеха? Когда сердце тает, называется снеха. Итак, слушая катху или вспоминая какие-то лилы, и сердце тает, это называется снеха. Ну, в общем случае, в общем, как бы, понятие, в общем, снеха. Какие симптомы? Что значит сердце тает? Значит, у человека возникает чувство, значит, у него слезы текут из глаз. В Ватсале расе, иногда молоко выступает из груди. Когда это маны, снеха становятся очень сгущенными, так же, как когда молоко кипятим, оно становится как бы сгущенным становится. И само оно становится слаще, как бы. Таким же образом и снеха. Когда оно сгущается, према становится, ну, стадии премы. Према превращается в снеху, снеха в ман. В некоторых писаниях говорится в пранаю, в некоторых в ман превращается. Что такое праная? То есть иногда говорится, что снег превращается в мана, иногда в праная, а потом в ман. Что такое праная? Давайте разберемся. Праная — это когда наика становится одним целым, нет разницы. Это называется праная. То есть когда единство возникает, то есть нету твое, как бы нет понятия твое и мое между героем и героиней. Твое сердце, мое сердце, нет разницы. Это называется праная. Поэтому встреча праная, как-то так, короче, на свадебных церемониях какое-то особое название есть. Праная банда. Говорит, я сам не женился, но я тысячу людей уже как бы поженил. Поэтому я видел. Ну, там праная, видимо, связок, веревка какой-то, и вот это праная банда называется. Говорит, у меня никогда не было желания кого-то переубедить, оставить.
как бы мужа или жену, я говорил просто, если вы женитесь, будьте там счастливы. То есть, ну, кстати, с кармой я не буду жить, там, испытывать. Говорят, это не мое дело. Они, как бы, мое дело. Наше дело всегда благословлять. Они выбирают женитьбу, мы благословляем на женитьбу. Все совершают баджан. Если вы живете дома, либо ну, живете дома, либо не дома, если вы грехаска или отреченный, тяги, везде нужно совершать баджан. Неважно, где вы живете, в Кумаше. Очень много преданных Махапрабху, они грехасхи. Поэтому, будучи грехасхи, можно также совершать баджан. То есть многие люди грехасхи практикуют, да, духовную жизнь. У них там жена преданная, муж преданный, дети преданные. Может, иногда кто-то может подумать, что, о, я тяги, отреченный, я саньяси, поэтому у меня баджан, а грехасхи они не могут совершать баджан. Нет, на самом деле нет. Пожалуйста, не думайте так. Поэтому Наротам Дас Такур говорит. Нарада Риш также говорит. Нарада Риши прославляет Юдхиштхира Махараджа очень сильно. То есть иногда мы тоже, у нас чувства возникают в сердце. Вот они там, грехатские, они там ничего не делают, а я саньяси, тяги, я вот по-настоящему баджан совершаю. Но это неправильно, это неправда. Поэтому мы не стараемся кого-то отговорить от замужества. Мы говорим все время, благословляем, да, хорошо, вы если... брак сочетаетесь, то вы должны совершать баджан. Это типа... У Нитянанды Прабху было два замужества. То есть он еще оставил саньяса ашрам вообще и женился. Поэтому Махарадж говорит, я всегда соединяю людей. То есть я не против замужества, я говорю всегда, то есть не разводись, всегда будь женой, если ты женился. То есть всегда будьте вместе и совершайте баджан. Такие наставления обычно Махарадж говорит, я даю, когда участвую в бракосочетании кого-то. Итак, Махапрабху, он смотрит на эту лилу, как Лакшми Деви сидит на красивом паланкине и отправляется искать своего мужа. Она очень благочестивая женщина, и она очень злится. Она шьет петель, многие служанки обмахивают ее чамарой, и они все танцуют, играют на инструментах. Так вот она гнев проявляет. И Махапрабху видит это все и смеется. Так как я вчера пример приводил, то есть когда это как вчера я рассказывал, что вот там запланировался концерт, и он то есть оно с 8 там всю ночь, а сейчас эти какие-то там представления очень быстро проходят, полтора часа всего.
Там Макарек повторяет, как я вчера рассказывал, как там пришел этот певец главный, которого все звали. Он опоздал там на полтора часа и начал распеваться, петь. А все пришли на него посмотреть, заплатили по 1000 рупий. Люди начали возмущаться, говорят, вот все пришли, короче, билеты все проданы, билеты дорогие, а он опоздал на полтора часа, а еще что-то, а распевается. То есть те, кто как бы увлекаются классической музыкой, они получают это удовольствие от того, что он распевается, а те, кто просто пришли на концерт, им это не совсем впечатляет, и они начинают возмущаться. В Уджвалани Лама не описано много видов наек, описаны разные, что как бы значит каждый герой-героини, каждый характер. Гурдев потратил очень много времени на эту книгу, на Уджвалани Ламани, поэтому нужно обязательно изучать. Это не то, что вы купили книжку и положили ее в шкафчик. И Гурдев очень все время настаивал, чтобы мы изучали эту книгу, несмотря на то, что мы постоянно путешествовали, то все равно нужно было изучать ее. То есть у нас у всех куча книг дома, и надо их изучать, иначе как бы вся работа Гурудева, нашего тяжелый труд, его как бы впустую проходит. Что такое Брихат Приданга? Брихат Приданга — это изучить то, что как бы наши ачари написали в книге, Гурудев то, что написал в книгах, и распространять это дальше. То есть ман — это как бы ревнивый гнев. Например, вот как змея наползет, извиваясь, таким же образом ман, он так же развивается вот так вот, извилисто. То есть иногда есть ссора между мужем и женой, но на самом деле это не ман, это, конечно, другое. То есть это, наоборот, ложное эго, то есть там одно слово, пять в ответ. Если жена много раз там перечит, то муж в итоге взял, просто побил жену, и весь ман улетучился. Есть такой овощ ман, ман сабжи называется, так же, как арви.
общем, есть какой-то овощ, кто растет особым образом, манкачу называется. И надо его определенным образом готовить, чтобы не свело горло. Если неправильно сварить, то, короче, сводит горло. Но если его правильно приготовить, то это очень вкусно получается. Поэтому есть особый процесс, как-то готовится все. Есть процесс, в общем, для любого дела есть процесс. Итак, Махапрабху. Видит эту процессию с Лакшми и смеется. И он говорит: я не видел такого мана, что ты саман такой. Говорит, когда я чувствую ман, я теряю сознание. Наш Парам Гурудев, он никогда не цитировал много шлок Шилпа Прагиши Гусей Махарадж. Он всегда, то есть он никогда не цитировал слишком много шлок, он просто всегда называл шлоку там буквально первых два слова, и потом очень, как бы всегда сразу вглубь суть шлоки. Всегда вот эти слушал. Сколько я лекции его не слушал, то он обычно называл эту шлоку просто один-две строки и сразу шел к значению шлоки. Дварака сохранилась по благословению Кришны, то есть он называл эту шлоку только. То есть люди, которые цитируют шлоки большими там поэмами, то кто-то может подумать, что на самом деле они очень ученые. Но это не так. То есть гораздо важнее знать суть. Также все очень разумны, знаете шлоки и значения. Итак, Махапрабху, он смеялся. Есть мана, есть манабхас, то есть тень маны. Гнев. Что такое гнев? Гнев — это когда чувства не удовлетворены. То есть есть какое-то там желание, чувство, вожделение, и оно не удовлетворено, появляется гнев. Мама, например, у ребенка забирает что-то, какую-то игрушку, ребенок сразу в гнев может впадать, он даже может на маму кидаться. Также вот ребенок
бежит к огню, чтобы там в огонь руку засунуть. Мама хватает его, а он начинает на нее злиться, говорит, ты мне мешаешь. То есть ребенок, он сифрук в окон сует, мама хватает, и ребенок злится. Итак, Лакшми Деви, она, ее ревнивый гнев, он не такой гнев. То есть это не ман. Вот Манабхасан где? В Дваракапуре. Царец Двараки, у них Манабхас. Кришна, он являет Грихастха Лилу, и он разрушает ревнивый гнев Сатьябамы. И тогда Риша приходит, Нарада Риша приходит, и он принесся как Париджата на собрание и говорит: Кришне, Кришне, подари этот цветок той своей самой любимой царице. Кришна дает Рукмини этот цветок, и Сатьябама сразу испытывает гнев, ман, ревнивый гнев. Но это не ман, не на самом деле ман, это просто ревность. Это как бы вид, разновидность ревности, но это не настоящий ман. Так иначе Кришна успокоил ее, он отправился на сварку, победил Индру, забрал этот цветок Париджата. И посадил это дерево во дворце Сатьябамы, и она всех пригласила, чтобы все посмотрели. Там была Пандара. Поэтому есть много видов мана, но все это называется, на самом деле, нельзя назвать маном, это нам это Манабхас. Она думает, что вот я подойду в ман погружусь, и мой возлюбленный придет, успокоит меня. Но на самом деле, что такое ман? Малина Вастра. Будет как бы рыть землю. Брихат Бхагаватамрита Санатана Госвами говорит, когда Кришна Нава Вриндаван Лила, с утра Кришна просыпается и отправляется во Вриндаван. Ему снится, что все как Вриндаван. Он получает даршан всех. То есть он в Двараке спит, и снится ему Вриндаван. И все царицы, они смотрят, видят, как Кришна наслаждается любовью в Раджу. Кришна думает, что он во Вриндаване, потому что ему снится Вриндаван, он испытывает счастье во сне. Он видит, как мама Ишода, она взбивает йогурт. И она это свежее масло дает Кришне. И он это все воспринимает как реальность. Как гопи, они где-то находятся рядом. И Кришна видит, он как бы вперед проходит, видит, что там Шримати Радхарани. То есть все это было
А, их сделали в этом, в Двараке сделали нового Вриндаван, да, такой как бы иллюзию такую. И Кришна погрузился в это и думает, что это настоящее. Он обнял, поцеловал Шримати Радхарани. И все, что Кришна испытывает, реальное чувство в сердце. И тогда мать Кансы, Падма, она столько вожделения испытала в сердце. Она пыталась схватить Кришну. И все люди остановили. И увидев это, Сатьябама испытала ман. Как Кришна любит Раджавати, любит Радхарани, любит Гопи больше, чем нас. Сатьябама, она вернулась и пошла к Копа-Бхаванке. А Кришна пошел дальше, видит красивое место. Океан с голубой водой. Он думает, что это Химуна. Но вот странно, почему такие волны? И он тогда понял, что это не Вриндаван, что это Дваракапури, что это океан. И Кришна развернулся. И когда он вернулся обратно в Сударма-сапху, во дворец, то все люди, они окружили его. И он видит, что все есть, кроме Сатьябамы. И Кришна тогда спросил Даудова, а где же Сатьябама? И Даудов ответил, о, Прабу, потому что ты погрузился, был погружен в Вриндавана Лилу. Она спереревновала, испытала ман и убежала в комнату, в дворец мана. И тогда Кришна не назвал ее Сатьябама, сказал, а, это дочь Сатраджита. И она говорит, скажите ей, если она сейчас не вернется, то я ее вообще отвергну. Кришна очень серьезно это сказал. То есть так, в прошлый раз он побежал и принес дерево Париджата для нее, а сейчас Кришна говорит слугам, скажите, если она сейчас не успокоится, я ее вообще отвергну ее. Ну и слуги пришли и сказали, говорят, если ты сейчас не придешь, то Кришна тебя отвергнет. И говорит, Кришна очень серьезный сейчас. И когда Сатьябама услышала это, она затряслась. Она быстренько оставила ман. И что она сделала? Она оделась очень красиво, украсила украшения, взяла и пришла на собрание. И села сзади тихонько. И тогда Кришна был настолько серьезный. И Кришна говорит, я не полон, как бы я не вожделенец, я не собачка тебе. Ты не понимаешь разницу между твоей любовью и любовью Раджаваси. Он говорит, ты не как они, ты как Пашан. У тебя нет этой премы, поэтому ты не знаешь, ты не можешь понять мои чувства. Я не вожделенец. Тот, у кого очень много вожделения в сердце, всегда под контролем у женщины. Кришна говорит, но я не такой. Я за вас всех вышел, я женился на вас всех. В общем, вы меня не так привлекаете.
что я не под контролем. Он говорит, что пойду спаливай прямо сейчас. Что Кришна, что они своей любовью его пленят. Поэтому Джай Госвами Пад Канданам. Кришна совершает действия. То есть внешне это выглядит как будто. Поэтому итак, свой разум по раса шастры, то он по-настоящему может понять, что такое любовь. Гопи, они одну историю. Однажды, что случилось? Радхаджи нас собирал гирлянды цветов, и это гирлянды. Здесь, если каждый сделал по гирлянде, то у каждого свои чувства внутри. Так Чандравали Падмавати, она думает, что Шати мало Инды. И она положила, то есть как бы украсила волосы. Как предметы гопи преподаются. Чтобы вы не были брахмачари, саньяси, каждый